Паша, у меня одна жизнь осталась. Давай, Серега, быстрее. Прилог тебя, чтобы никто не вылетел. Тихо, блядь. Саня, я что-то там передумал о Зращенском. Все, я поняла. Так, по танкам, смотрите, на второе поменяем. Макрос пойдет тогда. Сяка на череп. Войд, ты пойдешь на квадрат вместе с Баслопат. Там Макрос что-то передумал о Зращенском. Это потом обоси или что там, какой резист чарить? Который паладин? Который воет. Ты про квадрат или вообще про бас? Квадрат этот самый, которого водить надо с тьмой, да? Да, да. Еще вот потом на босса идти, какую чарку стрелять, на огонь или на тьму делать? Да мы на боссе всяко там делай разберемся. Там на этом слишком дохуя танков и так. Так, кто на фениксах будет? Фанат? Да, Дима на фениксах. Будет отводить, хорошо. Тась, скажи, пожалуйста. А это? Вы заебали разводить панику, господа? Стоит рыба, кушаем рыбу. Я все прослушал, вот Void Defender, он на ком будет стоять? Стоит на квадрате. Вместо Гулера, да? Все, я понял. Хочет потестить на черепе. Тась, возьми Кокич. Вместо меня. Я работаю. Кокич уже панику опять вновь. Ой, блядь, Коку, как ты меня заебал. Жал много, а толку. Кто зайдет? Там еще плюс тотем получается, да? Угу. Напиши, Кок, кто заходит. Как вам, 10 что ли? Тася, схуяли ты меня сейчас будешь разъебывать за косяки, блядь? Я там первый раз. Я тебе объясняю, ты не первый раз. Вчера у нас стоит два танка, которые не могут сбить косты. Хорошо, стоят два вара. Коку, от тебя ни одного сбития коста на руки. Ни одного. Это нормально? Скорее всего, они пересбивали. Что скажешь? Действительно. Вот так вот. Поэтому три вы вообще не сбили. Что скажешь? Поставьте портал Кунику Даларан. Ты на второй фазе и будешь оставаться прямо в метке звезде. Лера, это ты конкретно.
Я ж по-старому все, да? Угу. Слушай, палка, ну-ка повесь-ка на минутку, МК. Палки, что тут? А, спекнулся. Хамсай, ты тут? Да, я тут. Суманься. Так зачем я же на замену просился? Нет. Где такой? Прокатит. Вашему возмущению, не либо еще какие-то претензии есть. Так, по хилам вопросы есть, кто где? Сильва, Бэдлоу, Морлок. Приставал по хамсе и лапу туда. Это у нас бой длится больше 12 минут. Обновите MP5. Погнали. Запускаем. Хамса, куда ты собрался? Мы уже запустили босса. Ну, пока еще нет. Запускаем. Тут как бы это, больше 12 минут или нет, зависит от того, вайпнешься или нет. Ну да. Так ты откуда вещаешь? Будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Плохи. А, из Долоран. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! А 9 минут осталось. Угу. Рыбафните им по 5.
Лев, мысль забагал. Пробуй слышать него. А его разве единственный не выкинет? Нет. Вот вчера же живой был нормально. На всякий 7 стаков. Не разбагал. 8 стаков на всякий. Чё-то орёт. Чё громкий. Вот. Громкий? Не знаю, сори. Так он удерживает 7 стаков. Ты стоял. Иди босса лови. Фокус. Пять, ну красавица, ну. Возвращение. Постарайся, когда с тебя забирают, не тыкать шок в его. Да, он же вспомнит про Балу, я так думаю. Про Бог вернее. Мне там выбегать на Бог или там в поле все-таки, да? Ты знаешь, лучше выбеги. Мало ли. Он, конечно, верно будет стоять, в поле будет стоять. Хорошо. Полик не дотянется, он просто по людям будет стоять. Без проблем я сделаю. В принципе, хилит тебе там прям бежать. Че, его провести быстрее? Не, стой. Нормально, сейчас будет новый. А с банкой Вой будет стоять, да? Рэндж набираем. Эльфы крови, высшая раса. Ты в луже стоишь, что ли? Лужа. Поднимешь его. Так. Да это там, блин, Вол побежал. А, нет, это кто из лопат? Давайте фулл рубав. Я пытался спасти, но я не понял, где он. Где он стал АФК в луже? Страта, в принципе. Тут ты, пожалуйста, весь лишний пиздёшь. Если мне придется кого-то перекрикивать, я опять начну очень сильно нервничать. Наверное, начну хуярить КП за все это дело. Включил фаталити. Кто с нами ископал от нас? Мерзон. А, смиренная.
звезду. Силы на второй фазе становимся. Между печенькой и ромбом, чуть ближе. Не вытягивай ману. Просто делайте шаг вперед. Заставлять вас драться с четырьмя советами. Геру. Поле. Боб, мурток. Где мне с блайндом буду? Рога потеть не будешь. РДД, пошли на трусы. Всяк скажет куда стопнуть? Еще бить пока. Смазь. Сильва, блядь. К вам плюс один надо? Ты стопайте. Да. Сюда ближе подойди. Только топор аккуратно, топорчик не иди. Вот, Милики, стопните там на пяти. Это шустрее, бедлого, очень больно. Милики, въезжайте. Пытаться ловим. Серёга, по возможности, пол КБР. Лера, сваливай, пожалуйста, на квадрат туда филить. Только смотри, пиши, пожалуйста, оранж. Стоите на оранже. Только уронили. Охуенно. Ну и здесь осталось килами. Чё, к вам? Мой ешь такой. Давай Блэкбери. Я могу вернуть. Май.
все максимум. Катаклизм ушли. Здесь полик стоит. Походу он стреляет. Переводит покров. Дайте лапу по мордоке. Так лезем. Надо прохил. Всякому. Пиздец. Было бы блять очень. Кубик упал. И стать. Кадыр. Ближе пока. Вы его сюда вывезли, позвольте поинтересоваться, уважаемый медведь. Твоя карта бита. Решил, что пора ложиться всем. Так, смотрите, на второй фазе. Что делаем? По хилам здесь остается держать танков, которые танчат кель. Остается смиренная и остается полироль. Блэкбери, Талия, Пиха и Бэдлоу стоите там на квадрате. Да, внутри. Рыба стоит, кушаем рыбу. Я в момент один не понял, вопрос есть. Когда квадрат добивали последнего моба, его к черепу надо подводить или в квадрате оставлять, или между квадратом и черепом где-то? Да, вы добиваете последнего. Мы добили всех своих. Вы к нам сюда подводите, не к нам даже, вы сюда подводите квадрат. Сюда уходят битвы лишь сейчас. Если появляется руна с руной, вы уходите в противоположную от стоящих РТТшников и ведете его в другую сторону, потому что на 40 метров он кидает бурю. Проклятие бурю, которая ложит весь мир. То есть вы не подводите его к нам. Я понял. А от катаклизма сдохли тоже сейчас или нет? Это был не катаклизм. Это было то, что вы нам привели паладина. На всех паладин. Катаклизм только сяка уже, когда 90% рейда упало. Только сяка умер и все. Там уже вайб был. Если появляется руна, вы отводите от руны противоположно. Вот мы стоим вот здесь, РДДшники, часть его. Сюда вы его не ведете. В сторону квадрата, короче, от руны, я понял. Квадрат у вас вот. Две меточки между ними и бегает. Если руна где-то в сторону отвел. Кушаем рыбу.
Так, Лера и Полик, остаетесь на танках. Танков, пожалуйста, здесь, которые на кель стоят, Лера нет. А чем готовы? Сильва готов, запускаем. Сила. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Часть РДД это кто, Ханты? Спасибо за клубничку. Нет, что макар. Элемы, маги, это не Ханты. Готовьтесь! РДДшники у нас, кроме Хантов, мы стоим, пилим, келем. Да, нет, подходим. Там стоят килы и три Ханты. В этом нахуй не нужно, вы ловите лишний урон, это лишний трофим. И вот то, что да, не озвучили хил, блять, сбивай. Это единственное, что вам нужно сбить, пока квадрат жив. Вот танк движется на медведя и сбивает эти карты. Вот этот каст, пожалуйста, на келе там подбиваем. В смысле танки? Маги, СКС, Элли. Элли мы могут, да. Там где минус. Вы не выбиваете ничего. Только конкретно этот каст, потому что если вы даете 3 сбития, стрелы, потом этот каст он дает, его сбить нельзя. Не было сейчас щитка ни разу на переливании, и каждый раз этот каст был открытый. Давай у нас кир станет тогда, этот каст. Забей себе на келе переливание, и сбивать полка тоже достаточно. К квадрату мы не подходим, но все равно урон не идет. Смысл нашего нахождения там абсолютно жуком. Тась. Что? Помнишь, мы когда Келли убили, ты метку специальную вот возле лестниц поставила, чтобы особо умные стояли там, когда Келли активировали? РДДшники. Что вот так вот Лёва не говорил, что там РДДшники в 40 метрах в рейндж попадают. Что его бить? Увидели? Mm-hmm. Вот туда на катаклизме. По стенке. Я не попал. Печально стояли. Кстати, можно еще маленький вопрос? Пока мы тут полуафрика. Мы типа с ДД фласками начали бить босс? Половина с ДД, половина с сапротой. 70% с сапротом. Там просто люди умирают без сапрота, им лужа тикает под 12. И они довольненькие. Да они умирали просто без ничего вообще, без всей банки. Oh.
Эльфы крови, высшая раса. Он всегда начал быть сильнее. Да в общем, лужа не дамажила по 12 тысяч, она дамажила 6-8. Босс разъебывает нас, пока мы вводим с Тимуром, он реально въебывает. Ну, по луже, да. Я уешь, когда не стала быть. Типа невидимый ап. Ну как сказать ап? Неплохо. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером Тилониусом. Она ладно. Сильва, пихи залей. Блять, поинер, потому что хуёво. Я на файл, блядь, залью. Оставь так, что, чтобы больше было времени. А нет, пацаны, не он стоит, опять. Бля, хватит всякую хуйню писать, отвлекаешься. Меточка. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Гера, скиллы чуть ближе. Диван. Бля, вы резко ли пиздец, блять.
Сетрик по кушам. Вон мне надалеко. А, эти метки? Тут, получается, бывает, когда танчишь, типа, где-то вот здесь, и упираются, там не достает, потому что вот эта херня мешает. Так танки могут выйти вот так. А здесь могут стать набрать тоже на лишнике. Вот, получается, оставлять немножко перед. Продвинься чутка вперед. Там еще, да. Еще. Ну, здесь, типа, нормально. Если дальше просто, типа, ну, гг. Когда? Ну, всяко получается. Звезду подвинуть, это проще всего, мне кажется. Можно достать. Лол. Вера. Эльва. Энергия, сила. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Лорда Сангвинара!
кровь за кровь. Там мысли в мордах. А, это пошло. Паша, у него точно 40 лет. Из лужи, выйдите из лужи, у него больше. Эльфы крови, высшая раса. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером Телоникусом. По дорогу. Дети мои, просто не застряйте, пожалуйста, девочка. Метка.
недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Люди тоже не на меди баф станы. Понял. Терпи, пока робы не зальем. Бля, макроса, сука. На мне и на Лере дебаф. Зачем твой баф? Я вижу. Паша, сдай гимн. Ушли. Аккуратно с топорами. Следите, куда летят. Стопайте сейчас. Стопать? Да, стопайте. Еще раз. Остальные милики пока могут бить. Это Хамсей и Дадая, потому что они агро рвут у макрос. Макроса не уронить хоть. Олег! Милики. Сейчас топоры пойдут к нам. Милики бить начали. Получается так, найти срочно серву. Да и вот двое, да. Инер сразу туда. Для ханты дайте место. Разойдитесь там на ранже такой конкретно. Остальные вот здесь стоим. Вот вы зря стрелы сбиваете. Стрелы, пожалуйста, не сбивайте. Сбивайте конкретно подлещение. Катаклизм ушли. На следующем кастинге мы сдам. Дома, ну, через минуту. Ну, ходит практически высоко. Кубика, дисперти, пожалуйста, уже 12 секунд. 3, 14. Сова, если есть, да и на, пожалуйста.
ХД у него. 30 залью ману. То есть только тебе перелить нужно будет. Чтобы не переживай. Да, держите там, не ронять людей. Так лес мошли. 5 секунд, когда мы будем. Прохил. Хилится. Нет, не хилится, нормально. Так, по БРам что осталось? И еще 3. Ты достанешь до Бэтбэля, Бэтбэл далеко. Иди сбегай. Эйка, подними, пожалуйста, мне Блэкбери. Я напоминаю, пары пустоты выносим максимально в стену. Да, да, вот тут дальше сова. И в Блэкбери Иннер, если есть возможность. Призываю силу солнца. Феникс, освещенность. Сразу готовимся РДД в яйцо. В яйцо свеч. Взрыв от РДД РДД Паша. Яйцо больше урона дайте. Залили Феникса, залили яйцо. Феникса, потом яйцо. В промежутках, если есть возможность, играем по килю. Или что? Скажение. Раньше набрали. Что кубик что? Он вылетел или почему мы его не поднимаем? У нас барик, да. Я сбегаю после левитации подниму. Хорошо. Хотя лучше оставь, если честно. Мало ли кто скиллов ляжет. Так, слышал? Да. Второй, это КД что-то поднимаю. Да. Если вы оставите. А что, что-то по тебе очень больно ведь. Нормально все. Я просто далеко летаю. Кропадение. Рэнд, держите всегда, когда подкидывает воздух. Воздух, держите Рэнд. Феникс, освеч. Кингстон, вынес. Летите в сторону. Над лужами не летать. Шесть человек бьют яйцо. 4. Я потом просмотрю урон. Феникс, яйцо. У РДТшников приоритет. Вы...
Взрыв технология. Скажение. Сука. Добери. Заново Феникс придется бить. Берите рендж, так чтобы не стояли еще над лужей. Секунды падения. Кто сейчас, по идее, будет катаклизм? Великий Макс раньше, мы его держим. Феникса добили. Яйцо. Саня в парах стоит. Катаклизм ушли. По яйцу, РДшники. Яйцо, потом Феникса, быстро. Геру, Тась? Давай Геру. Ты мудак. Переводите его просто. Сбейте пару костов. РДД. Уводи, уводи, уводи. Сейчас будем разбояриваться. Наверное. Вам тяжело РДДшникам сбить косты? Кому? Скажи мне, кому сбивать, косты, когда лежит шаман, лежит маг? Они тогда были живы, а так не они лежит. Были живы. Да, далее. От тебя толку, как от ребенка. Вам не победить. Твоя карта бита. Твоя карта бита. Летим в пары. Да ложитесь, вы быстрее, не тяните время. Ну мы пытаемся. Господа, пары пустоты, у нас дается ускорение максимально в стену. Накладываем друг на друга. Каст, это взрыв пустоты же, да? Так, да. Кстати, вы говорили, что летать над лужами нельзя, что дамажит, но не дамажит. Главное, главное.